привет, начинаем новый влог. Мы сейчас едем в магазин Летуаль. Всем привет, Милана тут тоже здорово. Едем в магазин Летуаль, я заказала себе новый аромат. Дома покажу вам какой. Очень я хотела его приобрести. Давно думала, стоит, не стоит. И все-таки решилась, потому что это все-таки лимитка. И во многих интернет-магазинах его уже в принципе нет. Поэтому такая большая интрижка. Небольшая такая интрижка. В общем, едем. Не знаю, там, наверное, не получится снимать, потому что, в принципе, у нас все Летуали, как и у всех, в принципе, в торговых центрах закрыты, а вот только два магазина в центре города работают, которые просто отдельно находятся, не в торговых центрах. В общем, сейчас посмотрю. Скорее всего, конечно, тестеры, все это будет все закрыто, нельзя будет не протестировать, чего не послушать, какие ароматы. Ну, сейчас, в общем, посмотрю, и по возможности тоже, если получится, поснимаю. Так что оставайтесь с нами, впереди много всего интересного. Летуаль уже подхожу. Город, конечно, такой полупустой. У нас еще воскресенье. Мы еще поэтому все уехали за город. Так, вот здесь Летуаль. Ну, там видно Волгу впереди. Так красиво. Мы, кстати, едем в другой Летуаль, там небольшой такой казус произошел. Чуть позже потом расскажу всю ситуацию. Там Летуаль сейчас была. Так красиво у нас. Церковь такая красивая. Это центр города, у нас улица. Это Самарская или нет улица? А, улица Куйбышева это. Самарская, это прошлый Летуаль была, Самарская улица. Вот такие у нас контрасты. Центр города. Здесь все реконструируют. У нас действительно центр города, это прям контрасты. Либо многоэтажки стоят, либо вообще совсем старые такие домики, довоенные. Такая тут красота, это как на улице. Галактионовская пересекает Льва Толстого. Красивые такие здания есть. И здания просто утянуто, якобы достроено. Вот такие. Да, город пустоват из-за того, что, во-первых, карантин, а во-вторых, воскресенье. Лайчики, трамвайчики. Здесь уже новые дома строят. Вот, видите, такие старые домики вообще. У них окна, можно сказать, чуть ли не на полу. Столовушка. Здесь у нас музей Алабина. Хорошая, прям такой контраст, небо красивое, тепло, отделение пенсионного фонда, строят дом. Домой, а точнее уже у нас прошло практически 2 дня. Позавчера я ездила в магазин, как-то вчера у меня не было времени снять вам показать, и я решила как бы оставить это немного на потом. Почему? Потому что хотела еще вам рассказать интересную такую историю про Летуаль. Я во влоге вам там показывала, что приехала в другой магазин, сейчас расскажу вам почему, как вообще все было. Я захотела приобрести аромат в Летуаль, на него была там достаточно приятная такая цена. Я оформила заказ, это уже был вечер, практически ночь. Оформила я заказ и выбрала доставку курьером. Курьер должен ко мне был приехать, это я заказала 24-го, курьер должен был ко мне приехать 26-го.
Ладно, все, я заказала, потому что, в принципе, магазины относительно так далеко от меня. Думаю, зачем ехать специально, если может курьер доставить. Вот, в общем, выбрала эту доставку. И после чего я уже чуть позже, потом также в этот же вечер, увидела один интересный аромат в золотом яблоке. Мне его очень захотелось заказать. И я поняла, что доставку надо будет там ждать неделю, даже больше недели. Проще будет поехать. Я поговорила с мужем, он говорит, ладно, съездим, соберем. Я так подумала, если мы будем там рядом, можно, в принципе, забрать и Летуаль сразу в заказ. То есть, просто поменять на самовывоз и забрать. Все, хорошо. Утром я начала звонить на горячую линию Летуаль, объяснила всю свою ситуацию. Они сказали, что мне не помочь ничем не могут. Мне надо звонить только в сам магазин уже непосредственно и договариваться там, чтобы они не отдавали посылку курьеру, а оставили мне. Хорошо. Я звоню в магазин. Точнее, даже знаете, как получилось? Они мне сказали, чтобы дозвониться в магазин, надо добавить вот такой-то там добавочный номер, и все. Я звоню опять по этому номеру, набираю этот добавочный номер, опять попадаю в интернет-магазин, то есть как бы на горячую линию. Они мне говорят, что нет, надо набрать другой добавочный номер. Я заново набираю, я опять попадаю на горячую линию, то есть интернет-магазин. У меня уже просто сдают нервы, я начинаю спрашивать, почему так? На что мне уже третий оператор говорит, что вы просто не туда звоните. Вас что, не предупредили, что номер другой? Думаю, нормально. В итоге с третьего раза уже все, мне помогли, дали тот номер, который нужно было. Дозвонилась я в магазин, объяснила всю ситуацию, они сказали, что это очень сложно будет сделать, им надо делать запрос в Москву, узнавать, получится это или не получится, в общем, очень сложный такой момент. На что я подумала, сказала, давайте я тогда, наверное, может, отменю заказ и приеду, просто заново оформлю заказ и выберу самовывоз, вас заберу. На что мне девушка сказала, да, хорошо, так будет хорошо. Я посмотрела все данные, потому что, не знаю, может быть, это, конечно, был немного мой промах, что я посмотрела по самовывозу, и мне показалось, что именно по тому адресу надо. Точнее, с этого магазина был только самовывоз. Я приезжаю по этому адресу, рассказываю, что вот я вам звонила, на что они меня смотрят такими квадратными глазами, говорят, вы нам не звонили, мы вообще не в курсе, и у нас вообще курьеры не забирают с нашего магазина посылки. Я говорю, ну как, ну на сайте указано, что только у вас можно оформить самовывоз. Они говорят, нет, вы, наверное, перепутали, это другая улица. Позвоните, говорит, этот номер, если это мой билет, у нас телефон зазвонит. Я звоню, попадаю в другой магазин. Ну, там буквально пару километров он находится от них. Думаю, ладно, мой промах, поеду туда. Приехала я в тот магазин, там встретила меня эта девушка-менеджер, все, она в курсе, мы с ней так сделали. Я позвонила на горячую линию, так как сайт не работал, Летуаль, именно личный кабинет. Отменила заказ, мне сказали, да, хорошо, ваш заказ отменен, там в течение там, определенного количества дней, вам деньги вернутся на счет, все, окей, все хорошо. Я заново оформляю заказ тут же, мне собирают его в магазине и отдают. Все, как бы забыли, я приехала домой. На что на следующий день мне приходит вечером уже сообщение на электронную почту о том, что мой заказ, тот первый, который я отменила, передан в курьерскую службу и ожидайте курьера. Я была просто в шоке на этом моменте, потому что я отменила его уже прошло несколько дней. Ладно, тут получилась такая ситуация, что моим знакомым этот аромат, в принципе, тоже бы хотелось приобрести, и мы так поговорили и решили, что если мне все-таки его привезут, то у меня его просто выкупят. То есть, как бы, они тоже хотели его, но тем более такой шанс, что его привезут, возможно. Но мне это не имется, мне надо все равно позвонить. Я позвонила на сайт, спросила у них вот сегодня информацию о заказе, на что мне сказали, да, передано курьеру, все нормально, ожидайте. Я говорю, подождите, как передано курьеру, говорю, если я отменяла заказ. То есть мне было интересно вообще уточнить, почему так получилось. Да, я понимаю, сейчас как бы это хорошо, что я нашла человека, который хочет этот аромат. А если бы он мне не нужен был, зачем мне второй, если я его отменила? То есть это уже такие непонятки идут. А на что мне девушка сказала, да, ожидайте, я уточню все. Через какое-то время она как бы отвечает, говорит, да, да, был запрос, но, видимо, он не дошел еще, видимо, там какие-то сбои, 2 дня уже прошло, обработка все еще идет, то есть они передали курьеру посылку, при этом, что был запрос на отмену. При том, что когда я приезжала в магазин Летуаль, забирала аромат, мы сами... Сотрудники говорили о том, что у них отвратительно сейчас работает все, что с Москвы им присылают заявки без никаких данных. То есть, как бы даже сами сотрудники, в принципе, подтверждают, что накладки идут такие. Я сказала, ладно, говорю, не отменяйте пока. Но я говорю, я дождусь своего заказа. На что мне сказали, ну как бы вам курьер позвонит за 30 минут. То есть, даже никакой конкретно, я, в принципе, сейчас сижу, я не знаю, мне приедет аромат или не приедет. В принципе, можно было из принципа сказать, я отменила, не надо. Но так как, опять я повторюсь, у меня появились желающие на этот аромат, поэтому я как бы решила его оставить. И теперь просто дело принципа, знаете, не привезут, ладно.
привезут, тоже хорошо. Я сейчас сижу и думаю, что же будет дальше. Как же будет развиваться ситуация, я, наверное, уже в следующем влоге вам расскажу. Вот эта работа с самого сайта, вот это все, что никакой сообщенности нету, то есть они никак не передают информацию, куда она уходит, непонятно, мне, конечно, не понравилось. Ну ладно, не будем о плохом, перейдем уже к аромату. Заказала я себе вот какой аромат, это метеориты от Guerlain. Я давно смотрела на этот аромат, скажу сразу, что покупала я его вслепую. Очень много отзывов я не слышу, почему-то в магазине я его не тестировала, сейчас карантин, особо не протестируешь нигде ничего, поэтому я решила заказать его вслепую, тем более в Литуаль на него хорошая цена была. Но после того, как я его, кстати, забрала с магазина, я потом еще заехала в Золотое Яблоко. Об этой истории я вам расскажу уже в следующем видео, когда буду показывать свою новинку Золотого Яблока. Но меня удивило, знаете что? Когда я заходила в Литуаль, у них не было вообще тестеров. Как бы все, как бы открыт магазин, но тестеров не было. Возможно, когда вы подходите, консультант, если вас консультирует, он достает вам тесты и дает послушать аромат. В Золотом Яблоке дела обстоят абсолютно по-другому. Там все тестеры стоят на полках, то есть все в обычном режиме. Я когда зашла в Золотое Яблоко, я послушала этот аромат и не пожалела, что заказала. Мне он понравился, приятный, очень приятный. Но опять же, отдельный обзор на него будет позже, потому что, думаю, многие его, в принципе, знают. Не хотелось так вам показать, скажу одно, что он мне понравился. Нравится, приятный, классный аромат. И, конечно, отдельно я вам уже расскажу все более подробно о нем. Так что вот такая у меня появилась новиночка. Пишите, если он у вас в коллекции, нравится он вам или нет. Вот. Поэтому такие вот дела. Кстати, девчонки, в прошлом влоге я вас спрашивала о ароматах от Нарцисса Родригес. Я себе приобрела уже их аромат и еще жду второй уже. Начала я знакомство, я послушала их в Золотом Яблоке, у меня там фавориты появились. Конечно, из всех ароматов, которые у них были представлены, мне понравилось только два аромата. Вот, на данный момент так. А какие, кстати, можете писать свои догадки в комментариях, как вы думаете, какие мне понравились ароматы. Будет интересно, кстати, насколько вы меня знаете, насколько вы угадаете мой вкус. Так, девчонки, хотела с вами поделиться отзывом о косметике Riche. Мне присылали ее на тестирование, я вам рассказывала. Первый продукт, это у меня вот такой вот скраб кофейный с мандарином. Приятный такой скраб, тут прям такой натуральный кофе, прям. Видно, он, наверное, будет приятный, скрабирует кожу. Приятный этот аромат кофе и мандарина, просто что-то невероятное. И кожа такая приятная после этого скраба, и ощущение такого какого-то спа. Прям понравилось мне. Кстати, что касается еще того, что девочки спрашивали по поводу ценовой политики, считали ли, что это дорого, я считаю, что себя побаловать можно. Это да. Что касается даже парфюмерии, я рассказывала, да, есть бюджетные ароматы, но порой хочется что-то такое дорогое, чтобы ты знал, что оно стоит дорого, что тебе оно нравится, что ты себя балуешь. В общем, как-то вот такой вот психологический момент. Так, конечно, если учитывать то, что это натуральный кофе, да, я соглашусь, что дороговато. В принципе, дороговато. Но вот этот сам момент, что ты можешь себе что-то позволить себя побаловать, это, конечно, несомненно, приятно. Следующий продукт, это вот такой вот у меня антицеллюлитное масло для тела. Приятный аромат такой, тоже какой-то сладко-цитрусовый. Если наносить по чуть-чуть, прям вообще отлично. Единственное, что если наносить прям обильно, то немного начинает меня лично утомлять этот аромат. Он прям такой сладкий, приторный немного. А так, если наносить по чуть-чуть, то прям красота. Прям такой арома. Прям такой арома наслаждения. Прям сладкий. Здесь еще какой-то аромат жвачки, цитрусы, что-то сладенькое, прям приятный, такой классный по эффекту, кожу хорошо увлажняет, кожа такая приятная становится. А по поводу антицеллюлитного эффекта я использую все как бы вместе, поэтому я не могу сказать, от него это эффект или нет, потому что я использую все вкупе со скрабами, с щеткой, поэтому да, так, конечно, как такой арома, такой арома наслаждения, прям приятный. И последний, это у меня щетка, вот в таком вот она чехольчике у меня, вот так вот выглядит. Я очень давно хотела приобрести себе такую щетку, но все как-то, не знаю, нигде она мне не попадалась, и тут вот от Riche мне пришла такая вот щеточка. А что касается этой щетки, вот она с натуральным ворсом идет. Я раньше боялась таких щеток, мне казалось, это будет безумно больно, но нет, кстати, очень даже комфортно. Я прям удивилась, мне нравится. Я бы не сказала, что прям это очень больно. Я делаю массаж этой щеткой, потом иду в ванну уже, делаю скрабирование, и то есть как бы уже дальше все, то есть моюсь и уход идет. Мне прям нравится, классная щетка. Что касается, если брать из всех продуктов, да, я соглашусь, что у компании Riche довольно дорогая продукция, но вот что касается щетки, вот и лично я, если покупала, я бы
себе взяла щетку, потому что это такое достаточно выгодное вложение, это не какое-то косметическое средство, то есть вы будете пользоваться ей на протяжении долгого времени, если вот такая вот петелька есть, можно повесить. В общем, вот этот продукт, мне кажется, оправданный, но опять же, я никого не призываю, вы уже смотрите сами, также по финансам, по вашему желанию, но мне кажется, все равно вот это даже факт того, что какие-то косметические продукты подороже, иногда хочется себя побаловать, это, вот согласитесь. И в какой-то момент понимаешь, что на чем-то можно сэкономить, а порой думаешь, ну хочется. Вот ты наносишь, ты понимаешь, что это дорого, ну, относительно как бы дорого, что ты любишь себя, ты себя балуешь. Поэтому, девчонки, балуйте себя, любите. Тут, конечно, идет не только в этой косметике, имею в виду, а в общем. Что касается парфюмерии, одежды, чего угодно. Да, нам приходится часто экономить на чем-то. Непонятные сейчас у нас моменты в стране такие, но все равно... Уделяйте себе время, балуйте себя все равно, покупайте то, что вы хотите. Какие-то уходовые средства, масочки, всякие скрабики, масло для тела. Действительно, радуйте себя этим. Поэтому, в общем, я, кстати, сейчас спрашиваю, что я вообще думаю, в принципе, о компании Reshape, потому что девочки мне скидывали всякие разные ролики. Я могу вам сказать одно, что я еще раз повторю то, что я уже говорила, что не бывает ничего идеального, не бывает идеальных компаний, чтобы было все на 100% идеально. Радует одно, что просто компании, все наши какие-то косметические, не косметические, они стремятся быть лучше, они идут к этому, это уже радует, потому что идеального действительно ничего не бывает. Вот здесь, допустим, компанию Apple. Да, у них дорого все, да, у них так все качественно, распиаренная компания, но согласитесь, у них тоже есть нюансы и недочеты. Поэтому, как бы, девчонки, я насчет этого даже не хочу углубляться сильно. Могу сказать, по цене, да, здесь уже смотрите... Как бы, если брать скраб, я бы за свои деньги, возможно, бы и не взяла его. А щетку, мне кажется, это классное вложение. Поэтому вот такое вот мое впечатление. В принципе, мне эти продукты понравились. И еще у меня в заказе были два вот таких вот антисептика для рук. А скажу сразу одно, что мне не понравилось. Это то, что сам ведь антисептик жидкий, а пульверизатор здесь вот такой вот. То есть, вот сейчас вам покажу. Вот видите, просто льется. Мне лично это не очень удобно было бы. Удобнее, если бы был бы прям распылитель мелкодисперсный, это было бы комфортнее и удобнее, потому что такие обычно дозаторы в гелевых антисептиках встречаются, как бы в гелевом бы это было бы приятнее, а здесь, конечно, вот это такой нюанс. А так, в принципе, хороший антисептик, в стекле, как бы все нормально, все достаточно так презентабельно выглядит. Вот такое вот мое впечатление, девчонки, еще раз повторюсь, решать только вам, я никого не заставляю, не говорю, что вы должны что-то купить, нет, я высказываю свое мнение. Что касается скраба, нравится, классно, но дороговато по мне. Масло мне понравилось, масло, тем более, если масла натуральные, это, конечно, всегда дорого, это бесспорно, потому что если масло натуральное, то оно не может быть, в принципе, дешевым. На сайт Reshape я оставлю под видео, поэтому проходите, смотрите. Там много всего интересного есть для лица и для волос, то есть разные всякие продукты. Поэтому проходите, смотрите. А на этом я уже буду заканчивать данный влог. Огромное вам спасибо за внимание. Девчонки, любите себя, цените себя, балуйте себя. Ведь вы у себя одна. Я вас всех очень люблю. Всем пока-пока.